Приветики, ребятки, вы на канале Creative Games, и сегодня мы с вами начинаем проходить новое DLC к Atomic Heart, которое называется Узник Лимба. Trapped in Limbo. Короче, я ждала его еще вчера, это обновление, но, как выяснилось потом, оно выходит только вышло только вечером, в 7 вечера. А я его ждала утром и думаю, где оно, у всех есть, у меня у одной нету. А потом я увидела таймер и поняла, что оно выходит в 7 вечера по Москве. Ну, думаю, ладно, и начинаю снимать сегодня на следующий день. Мимолетное видение, красочное воздушное приключение при пробуждении оставит лишь приятное воспоминание и желание обязательно повторить его снова. Осознанное сновидение, яркие краски, безобидные образы и гнетущее ощущение опасности. Проблемы в раю случаются, но в Лимбо нет ничего невозможного, и даже конфетам здесь найдется боевое применение. Сон и паралич, липкий кошмар, заставляющий проснуться посреди ночи, тревожный. Сложные образы, которые запомнятся надолго. Не всем удается победить своих внутренних демонов. Отважитесь встретиться с ними лицом к лицу? Наверное, нет. Я не знаю. Я, если честно, не знаю. Вот это вот, это что? Это с боссами или без боссов? Ну, давайте вот это. У меня везде, короче, легкий уровень сложности, особенно Atomic Heart. Что основная игра, что DLC первое, инстинкт истребления. Везде у меня легкая сложность, потому что даже на средней я не вывожу, я не умею. Вот. А вот это вот, короче, играть 2 часа, вырезать боевку там, где я постоянно умираю, тоже не моя идея. Не то, что мне нравится, короче говоря. Мы попали в Лимбо. Кстати говоря, когда мы попадали в Лимбо, мне так нравилось, потому что он такой красивый, этот Лимбо. Я не могу прям... Лимбучие пироги. Да! И когда мы в конце этого первого DLC сюда попали, я вообще такая думаю, Катюха тут! Сеструха Катюха! Ага. Как это называется? Я забыла. Когда одного имени люди. Держись, я рядом. Как я забыла, как это называется? Да ладно. Ну да пофигу. Короче, пироги там всякие. Мы так не материмся, если что. Аллея скорости. Чтобы дальше и сильнее получился твой прыжок, вместо старта поровнее... А место старта поровнее и рули наискосок. Если угол выбран верно, устремишься ровно ввысь и спокойно, планомерно к новой цели приземлись. А, то есть, короче, не напрямую, а получается... Наискосок, да? Есть еще чем поделиться, выбрав правильный момент. Взмоешь в небо, словно птица, ускорение агент. Резко вверх гони на склоне, чтобы удвоить свой прыжок. Не забудь и о наклоне, примени же свой рывок. Кого? Че только что сказали вы? Подожди. Вверх гони на склоне. Ну ладно. Попробуем. О, ну не пропадем, родной. Бывало ведь и хуже. А что так виснет-то? Теперь вытащить тебя будет несколько сложнее. Так, сначала придет. Ты подожди, а что так мощно-то? Это не на мой комп опять рассчитано или что? Ну, у меня все на минимуме должно стоять. Вообще на самом минимуме, на каком только может быть. Ну, конечно. Качество. Выкол. Ультрапроизводительность. Давай производительность. Пофиг вообще на качество. Давай, да. Главное, чтоб не зависало. Ты пройти этот путь. Ну сейчас, может, нужно перестанет. Капец, модуль вообще не могу. Тебя больше не стабилизирует. Но это для нас даже нормально. Верно? Да, наверное. Какой у нее. Я думала, это какая-то женщина большая. Так, у нас Катюха есть, да? Нам сказали, что она искра, да, или что-то такое? Ай. Так, подожди, получается, я сходу, короче, тупо это, да? Не переживай, родной, все будет отлично. Найди место поспокойнее, там я тебе все объясню. Тупо, короче, сходу такая упала. Ой. Ой. Подожди, надо прыгать, да? Давай направо. С
слева легче, что ли, или что? Или я куда-то не туда упала? Кого? Ай-яй-яй-яй-яй, всякие шипы еще стоят, ты глянь, а? Ты че? А-а-а! Шипы! А-а-а! Не долетела! Ньютон? Что за Ньютон? Ньютон, Ньютон. Так, подожди, я, получается, по-разному, да, гоню? Беги, нормально. Подожди, по розовой жестко или по красной жестко? Я чуть не поняла. Катюха, скажи, пожалуйста. Я что-то... Подожди, ну что-то такая жесть прям сходу с самого начала. Ну чё, так же нельзя. Или по вот этой мне глазури нельзя. Что-то прям как-то сильно жестко. На кону бубенчик. Вы получили достижение «Богатый урожай». Блин, ну игра, сомневаюсь. О, ладно, я думала, я, короче, игру сломала. Я не могу. Короче, это будет серия про то, как мы всю серию пытаемся добежать. Добежать до конца. Да я не понимаю, ну подожди. Вот так вот, что ли, прям? Что, прям вот так вот, что ли, реально? Я просто не понимаю, в один момент, короче, вроде как вверх бегу, а в другой момент получается вниз. Ёксель, моксель, рыбакит. Короче, в один момент бегу вверх, а как? А, сохранение. Прошло, да? Получается, то бегу, короче, вверх, он бежит вниз, то бегу вниз, он бежит вверх. Так, это что, это можно подпрыгнуть? Ну, видимо, нет. Это язык у него или что? Я драться умею? Я ж тут не умела драться. Тут же нельзя было раньше драться. Ну, я трейлер смотрела. Не буду себя дурочку корчить, да? Я думаю, любой смотрел трейлер. И всем и так понятно, что тут будут драки. Тут будет необычная лимба. Чего, еще рывок? Да подожди. Ну, вроде я более-менее поняла. Я, конечно, не все яблоки собрала. Это место я определенно тут уже был, но в голове лишь белый шум. Если будем спотыкаться... А обо что мы спотыкаемся? Пожди, что за рыба? Она меня что-то сожрать может? Что за рыба только что была? Намана. Для чего мне яблоки? Я еще в прошлой серии... В прошлой части Лимба не поняла, для чего мне яблоки. А мне их опять дают. Видишь, домик впереди. Там мы сможем поговорить. Главное, слушай меня, и все будет в порядке. Я ага, тоже. Чтоб не зависала. Ты охренел? О, фига себе, я на домике или нет? Блин, нет. Блин. Или... А, нет, все-таки на домике. А, подожди, не на домике. Я 30% всего прошла, кобздец. Для чего мне яблоки? Но мне же должны были сказать явно, типа, Катерина, собирайте яблоки, мы испечем штрудель. А получается, ни хрена не сказали. Тупо, короче, яблоки собирать, для чего они тебе, непонятно. Ты чё присел? Ох ты ж, прошу меня простить. Вы что за чудо-юдо, сударь или сударыня? А, полагаю... Ё-моё, у вас что-то изысканное не для этого мира, возможен ли обмен? Я тебя даже не заметила. Ты чё такое? Чё за вина за горгоны? Я не могу. Ну давай. Чё? Тётя Мотя? Лапка тёти Моти. Швед и льдинка. У льдинки для вас есть глазурный привет. И поздоровался раз, а тебя уже нет. Ну, давай, ладно, не знаю. А, он в подарок, да? Давай получить. Вы купили льдинка. Вы можете использовать этот облик оружия в основной игре, выбрав его доп-контент. Внимание, супервизуальный эффект и выстрел работает только в мире Лимба. Хорошо. А это за деньги. А денег у меня нет. Ну, значит, уходим. Ты из Resident Evil, что ли, толстячок такой страшненький? Ну, там был нормальный мужик, а ты что-то вообще какой-то непонятный. Так, подожди, а мы все собираем или нет? Так, подожди, что мы делаем? Тут нет у нас ничего, да? Куда это? Деньга. Я деньгу нашла. Выйди, выйди.
смысле, алло, здравствуйте, мы деньги собираем? А вторую дайте, я себе вторую какую-нибудь фигню куплю. А, ну нет, там нормальное оружие дорогое. Так, подожди, а какой островок, мать? Я, если честно, думала, ты про этот домик говоришь, что мы сможем тут с тобой побазарить, а ты куда-то сдрыснула. А тебя тут нет. Она еще в виде полимера. Кобзиц я не могу, что так подлагивает. Сахар плюс пластик. Не знаю, что будет. О, мультики. Мультики. И куда мы? Вот сюда? Итак, нам наверх, да? Оба. И я очень хочу это исправить. В смысле, ты хочешь меня вернуть обратно? Ну, вообще, мне тут нравится. Может, и я не все понимаю, но скоро кажется, что это тут классно. Тебе, и ты полностью освоишься в этом мире. Тогда мы найдем выход отсюда. В твою голову установлен модуль «Восход», помнишь? Я сохранилась? При помощи этой штукенции тебя можно было окунуть в лимбо. И она же блокировала твою память. Это за деньги? А это за... Да, почти за деньги. Да, но не какие-то конкретные воспоминания обо мне. Хотя, конечно, это тоже. Она не дает тебе вспомнить, каким ты был. Это не через ромашки. Поскольку Харитон Родионович больше не контролирует восход, ты скоро станешь самим собой. А, деньги не почти. А потом ты покинешь Линда. Подожди. Идет? А я... Давай. Вот и славно. Ой, блин, а я забыла прочитать, пусть я прочитал. Своего сознания. Оттуда мы начнем карабкаться вверх к выходу. Короче, он сказал, типа, дамочка, а почему бы и нет? Типа, а почему я вообще должен вам помогать? У меня деньги собрал, смотри, у меня две деньги, они сохраняются. Ну, конечно, потом могут забрать. Типа, короче, почему я должен вам помогать, хотя, типа, ты мне нравишься, так что я тебе помогу. А, тут деньга пропала. Етишь, пассатишь. Подожди, наушник еще выпал. А, скотобаза! Да-ля-ля! Мощно, блин. Я что, обратно вернулась? А для чего? Ты че, стебешься? Зачем я обратно-то вернулась? И прошла только 33%, да? Ну, пойдем. А ты мне сразу бы сказал, что, короче, мне по яблокам идти надо. Что деньгу я подняла, и все, я могу дальше идти за яблоками. Сразу ж так и надо говорить. Блин, да... Да эти яблоки как-то располагаются внизу. Я вам что, дрифтик, что ли, какой-то? Больно было. А внизу это что, карамельная тросточка зеленая? Это жизнь-ка моя? Ты что, ты где застрял? Ты где застрял? Беги! Ты что так медленно? А, яблоки, короче, не респавнятся. Мое наблюдение. Ну, видимо, это именно здесь какой-то рестарт идет. Что до этого они вроде респавнились. Ё-моё, с такими подвисаниями. Здравствуйте. О, сохранение было. Ну, значит, пошли. Ну, значит, пошли дальше. Здесь все, короче, такое розовенькое. Такое красивенькое. И я поэтому тоже решила... розовенькой сегодня быть. Надела кофточку розовенькую, фон сделала розовый. Кавабанга! Ньютон нам говорит. Ньютон, Ньютон. Так. И куда только я складываю все эти объекты? Это вот эта жидкость со мной летает, это наша жена или это Ньютон? Типа ньютоновская жидкость. Что это такое? Капец, блин, с такими лагами, только реально в такую игру играть. Как надо. Ну, как сказать? А, нормально, нормально, да, как надо. Ну, еще бы, Плутоний. Я забыла, блин, с кем а что ты еще там говорит? Едь, ж, посади же. Что, прям отсюда, что ли? Ну, вы че? Ну, алло, ну ладно, хотя бы яблоки собрала. Намана. Намана. Ё-моё. Время... временами прям жестко так проседает. Так, подожди. Забудем об этом, ладно? Давай.
Подожди, может быть мне там лучше направо? И куда только я складываю все эти яблоки? И такой главный вопросик, такая... Куда я вылетела? Куда я вылетела? Что только что произошло? Так, у меня стоит камера, не очень удобно. Слишком далеко. А, нет, это мне кажется, да? Идти же, посмотри. А вот бы тут столько сена внизу. Да зачем тебе внизу вот эту хрень бы остановить? Собери все, как мало яблок. Да, яблок он сказал мало. Намана. Да етить. Колотить. Ну ты чё стебёшься? Ну ты, я чё всю серию здесь буду на этих горках рысачить или чё? Ой-о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 й. Ага, намана. Как у меня это в первый раз получилось? Почему сейчас не получается? Ну ты чё? Так. Надо, может, подпрыгнуть. Я что-то вообще не до конца понимаю, что честно, что мне надо делать. Он еще временами прям так проседает, что-то они... Они что-то как, короче, новую серию не сделают, новое что-нибудь не выпустят. У них все, короче, на моем компе все больше не тянет и не тянет. Едись калашматить, ну ты что вообще, что ли, а? Ну ты стебешься или что? Это вообще какое-то неожиданное испытание. Если честно, вообще неожиданно. Вообще, насколько это возможно, неожиданно. Я думала, тут будут драки постоянные, бесконечно. Прыгни, пожалуйста. Ёптыть, ну ты чё стебёшься? Ну ты чё, ну алё? А, так я могу еще и не бежать, получается. Он сам бежит, ты прикинь? Я вообще ничего не поняла. Но музычка классная. Подожди, если у нас что-то не получается, надо что-то изменить, да? Или нет? Намана. Можно мне, пожалуйста, сахара... Не-не, конечно можно, да? Конечно можно! Можно подвиснуть именно в тот момент, когда это... не надо. Хорошо. Понимаешь, 18 минут идет серия, да? Мы сейчас улетим нахрен. Но я подвину камеру. 18 минут идет серия, да? И вот 18 минут, и я вот здесь вот бегаю. Все бы, конечно, ничего. Не, ну вроде более-менее. Ой-ой-ой-ой-ой. Управляется тут чисто мышкой. Управляется вот здесь чисто мышкой. А, по всей видимости, как-то это разгон, что ли, можно добавить тем, что я бегу. Но нет, он не добавляется. То есть на этой фигне разгон не добавляется. Можно прыгать. Нет, нельзя прыгать. Можно прыгнуть на краю. Можно прыгать с краю. А зачем это так жестко сделали? Можно спросить? Ой-о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 й
Ты что, стебешься, что ли? А зачем ты прыгнул-то? Короче, вот эти моменты, хрен пойми его, когда вниз лететь, когда вверх лететь.
А, вот так что ли? Ты что, стебешься? Я верю, бегу, а он, короче, еще больше подвисает. А, да ты куда нас? Ладно, хорошо. Хорошо. Эта игра нас проверяет. Я поняла. Она нас проверяет. Или нет? Или нет? А, я не могу. Короче, она хочет, чтобы я делала конкретно, как она мне сказала. То есть я отсюда бежала вот так вот вверх и вот так врезалась. Ну, это самый максимум, на что я способна. Я тебе говорю, вот как бы для меня минимальный уровень сложности — это как раз таки то, что надо. Да свали ты! Ай, не могу я. Не могу. Ну вот как? Она ведь не затормаживается. Она, говорю, он. Он ведь не затормаживается. Ладно, если бы он притормаживал бы, да, еще, окей. Да ты, стоп! Ну, тут что-то корявое, слушай, я не могу. Тут что-то корявое. Тут прям конкретно что-то корявое. Просто у меня даже ответа нет на это. Ну, почему вот? Почему он врезается? Надо прыгнуть мне в любом случае. Сейчас, подожди, с 10-го раза смогу. С какого я там? Со 2-го раза, да, могу здесь пройти? Ну, вот со 2-го и смогу. Ну, да, я говорю, что со 2-го. С 3-го, вернее, со 2-го. Со 2-го раза мне ни хрена не получается. С 3-го раза дойдем с тобой. Так, ну пока прыжок мне тут не нужен, а вот здесь вот уже нужен. Ну и как? Меня вот спереди долбанули и сзади. Спереди бортанули, сзади долбанули. Здравствуйте. А что за вообще, я не понимаю, воздушные шары? Почему они меня отбивают так жестко? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай, нормально. Они прям жестко меня отбивают. Ой-ой-ой-ой, ой-ой. Ёптыть! Прекратите, пожалуйста. Но это не смешно уже. Ну зачем это сделали? Для чего? Клавиатурой он, если что, не управляется. И что? Почему? Вот почему ты это сделал? Мне надо было... А, наверное, ускорение, да? Подожди, он так умеет? Давай попробуем. Ну да, умеет. Ага. Упала. Ага. Так, ну, не понимаю я, умеет он так, не умеет. Это что только что было? Ой-ой-ой! Етить, калашматить! Ну ты чё? Ну нет! А что было справа? Я даже не увидела, что там было-то. Я даже не поняла, куда бежать. Я увидела этого скелета и думаю, ё-моё, хоть бы он был сохранением. А подбежав поближе, поняла, что ни хрена он не сохранение. Ни хрена он не сохранение. Ну, конечно. Пока я считаю до 9. Чего? До 9? Не могу до 10. На мана. Так получается, вот эти вот штуки я могу, если я сбоку на них напарываюсь, они меня просто тоже от этого. Они не острые, типа, на самом-то деле. Ой-ой-ой. Куда, 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 сюда. Падла.
скотобаза такая? А я не могу! Зачем? Зачем вот такое делать? Зачем? Для чего? Я не знаю. Возможно, если бы у меня... Ты охренел? Что это такое? Ой, я представляю, как тебе это смотреть в таком качестве. Вообще. Вообще, наверное, я не могу. Я не представляю, как я в такое играю. А как ты это смотришь, я не представляю вдвойне. Просто я не знаю. По минималкам там у меня, по-моему, подходит эта игра. I don't know. По факту, она не должна так делать. Она не должна меня прям сбивать. Ну ты стебешься, но у меня сейчас первая серия будет чисто то, что я прохожу вот это вот хрень и все. Не, ну где-то можно, не знаю, сохранение. Я, кстати, люблю, когда разработчики делают такую фигню, когда ты типа проходишь, и они, игра заскриптована, то есть, да ёб твою мать, а ну ты прикалываешься или что, ты на приколе? Короче, люблю, когда они делают так. Когда ты, типа, проходишь игру, и она заскриптована таким образом, что если у тебя где-то не получается проходить, то они добавляют новое сохранение. То есть оно начинает действовать там с какого-нибудь раза, с десятого. Но это бывает крайне редко. Разработчики почему-то такое не делают обычно. Здесь сейчас не долечу. Не долечу, конечно же. Конечно же, не долечу. Я не знаю. Я вот честно, я не знаю. Каким образом это проходить? Каким макаром? Еще вот эта хрень. Ну я не знаю, ну как-то же это должны были убрать. Как-то это что-то сделать. Типа, ну пройти-то это реально? А те, у кого компы плохие? Вот в данном случае, что мне надо было делать? Остановиться, а он не останавливается. Прыгать, что делать? Вверх-вниз рысачить? Смысла тоже в этом нет. Он тупо скользит и все, и больше ничего не делает. Вот тут-то понятно, еще снизу могу пролететь. А там вообще хреново пойми как. Там вообще хреново пойми, как лететь. Ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Я что, пролетела? Пожалуйста, можно островок? Спасибо большое. Спасибо большое, игра. Господи помилуй, на толчке кубики сидят. Хорошо, пусть сидят. Так, что у меня тут? Интересный мир, правда? Да. Я тут уже 3 года и все еще вижу много нового. Нифига. 3 года? Не знаю, смог бы я так же. Технически это сон. Застывшая вспышка между жизнью и сном в твоем случае. И смертью в моем. Сохрани меня, пожалуйста. Живет своей жизнью, хотя каждый видит его по-своему. Мне нравится, что ты так легко об этом говоришь. Нужно быть сильным человеком, чтобы пережить такое. Так сильно подавляет твое сознание, что я удивлена, что мы не 2 белые палочки на черном фоне, которые кидают друг другу квадратик. Опа. А, чертов восход, чертов храс. Бабочки, печеньки, облака в виде какашек. Красота. А где? А где какашки? Эй, подруга, у меня чувствительный внутренний мир. Можно тебя попросить? Не хмурься. Чё? Я просто рада, что могу наконец говорить с тобой. Сейчас тебе нужно продолжать путь. Веселье только начинается. Ты быстро разберешься, что делать. Трудовые будни, но победить придется всех. Привет, ребята! Во что играете? Ах ты, падла, ты что, на меня вот это нападаешь? Чё я тут за главного? А как его?
Подожди. Да в смысле? Что я только что сделала? Подожди, я что-то только что нажала. Я на Е нажала. А, зажать надо. Зажать надо, точно. Как старый. Ах ты, падла! Сразу два. Ты что, падла? Ага, на мана. Ай, гусь, что ли? А, нет. Ой, неловко. Два сходу, смотри-ка. Два сходу. Залетели. Так, это деньга, у нее деньга. Вернись, пчела! Дай деньгу! Дай деньгу, ты куда полетела? Или это гусь? Кто это, пчела, гусь? Гусь и пчел. Ладно, пошли. Что там, яблоки опять? Ты кто? Выбери себе оружие и продолжай путь. F. Пистолет? А я другие не могу? За 80 яблок я могу сыграть. В казино. Какая милая сладость, сколько горечи для моих врагов. Но у меня есть и пистолет, и дробовик. Да пойдет, ладно, что. Я вообще по этому. По рукопашке. Так что. Ну, в смысле, по рукопашному оружию. Ёптыть. Можно его убрать? Нельзя? А, вот здесь он автоматом убирает. Ну, хорошо. А то получается некомфортно. Что тут всякие звуки издают? Вообще неудобно, что его не озвучили. В плане, я надеюсь, как-то голос-то у него прорежется, появится. Нифига себе, сохранение прошло резко. Хочу попросить тебя кое о чем. Когда ты выберешься из лимба, пожалуйста, найди то, что осталось от робота-близняшки. И отыщи кольца, которые тебе пришлось выбросить. Благодаря им мы навсегда исчезнем для коллектива. Мы, это я и ты, разберемся. У меня у самого лапы чешутся выбраться отсюда. А кольца? Да, с кольцами неловко вышло. Так, а что, сохранение тут было? Ничего тут больше делать? А, можно чувака еще, да? Что-то там товарищ Яков. Братец Яков. Я надеюсь, у него прорежется голос, постольку, поскольку вечно вот это вот читать, это будет неудобно. Иногда он говорит прямо вот в эти моменты, когда... Ты что-то бежишь, что-то делаешь, а он говорит. Но это просто чисто гипотетически невозможно. Чисто теоретически. Тоже. Ёпты, сохранение прошли. Приколдес. Ай. Ай, ты ёпты, ты чё? А я ну, в домике конечно, от неё прятаться могу. Ты всё правильно понял. Я какая-то блесна, рыба. Катя Нечаева. Привет. И если модный восход все-таки снова затер эту информацию обо мне, не сомневайся, я — это я, твоя жена. Хорошо, ты блесна, Катя. Все, все давно поняли, Катюш, это уже ничего не задрет. Но посмотри на нас, пушистое чучело, летающая капелька. Честное пулемет. Слово. Дмитрий Сергеевич называет эту форму «слеза». Я официально первый разведчик в потустороннем мире. О! В общем... Снова ты. Ну смотри, у меня вот на эту есть, но зачем она мне? Если мне ту дали бесплатно, на халяву. Мне есть будем чем копить. Гордиться. Будем копить. Видишь ли, я очень хочу покинуть это место. Подожди, я отсюда пришла. Сейчас рыба прилетит. Сейчас рыба прилипала, прилетит. Да ёб, ты чё, не туда пошла? Хорошо, Катюха наша жена. Она моя... Как вот это называется? Я забыла, когда имя-то одно у людей. Смотри, на казаке монетка есть. Так, пчелу, наверное, можно подэтовать? Пчелу, наверное, подстрелить можно, нет? Где козырек? Где козырек? Дай козырек. Дайте козырек.
Ну да, жестко виснет. Так, подожди, ну не зависай ты так, а? Подожди, а где тут монетка-то была? Ну ладно, по боку уже. А, так мне вообще показалось. Мне вообще показалось, наверное, пчела пролетела. Ну ладно. Сохранение, пожалуйста, мне. Вот ты падла. Так на таком фоне эту белую эту даже не видно. Ну ладно, пойдем. Не будем задерживаться, все равно еще нам вот эту хрень проходить, блин. Или тут вся игра будет именно на этом и завязана? Что-то я вообще не догоняю никак. Никак не догоняю. Бегать по контрольным точкам вот с этой штукой и на контрольных точках встречать какие-то испытания врагов или что? Или все-таки мы что-то делать да будем? Спасибо, что живой. Пожалуйста. Не знаю я, почему так сильно виснет? У меня ж не такой плохой ноутбук. Почему он так сильно виснет? Он еще и не перегревается. Я что, обратно пришла? Да нет, вроде сохранилась. Так, ну к тебе я не пойду, ты мне не нужен. Так, мне дальше. Наверх? Ну поехали. Блин, ты прикинь, 36%. Это чего, все игры пройдено? Или что? Что это? Опять сейчас будем бить? Капздец. Подожди, иди сюда. Допустим, так было задумано. Нормально. Похоже, у этого добряка длинные намерения. Види, какой веселый. Мы его освободили? Ага. Что-то мне кажется, у него вообще не очень намерение. А, его, короче... Не жалей пряничных человечков. Запускай их в это отродье. Да я уж поняла, подожди. Так я вроде запускаю, они, подожди, они мимо летят. Бей этих крепышей. А, ёб, ты чё? Ага, нормально. Да блин! Как они меня прям бьют? Подожди. Что-то как-то жестко. Что-то как-то жестко получилось. А может я могу этим оружием их? Да ё-моё, ну так еще виснет, ну ты алё. Нормально. Теперь бежим. Теперь всех этих чужаков собираем. Чудари. На мана. Не попало, что ли? А зачем мне оружка-то, если она в итоге не работает? Блин, они еще не долетают, ты прикинь? Ага. Ети же, пассатижи. В смысле, бей. У меня все зависает жестко вообще, ты понимаешь? Он явно не настроен дружить. Ёптать. Жестко. Ай! Ты чё? Вас чё еще двое? Иди же, пассатижи. Нет, ты подожди, ты чё так жестко-то? Сердешку. Иди сюда.
Жаль, что он не настроен на диалог. Он довольно крутой. А-а-а! Нормально. Не попало. Лимба обычно мирно. Не так, чтобы кто-то пытался кому-то засадить. Да убей ты его уже! Да, в смысле, убей ты его уже. Тут всякие эти мелкие бегают. А можно сердечко, пожалуйста? Жаль, что он не настроен на диалог. Он довольно крутой. А можно сердечко, пожалуйста? Где-нибудь есть сердечко, нет? А я ж так долго не протяну. Иди сюда. Он явно не настроен дружить. Не, подожди, но это слишком жестко. О, господи, сходу вот так вот, босс. А, ну за... хотя бы это, хилка восстанавливается сама. Ладно, хорошо. Следи за его сладкими привкусными. Ага, нормально. Сначала этого надо убить, подожди-ка. Нормально. Нормально живем. Я их не видела еще. Что ему от нас нужно? Да хрен его знает. Ты все, Катюха, знала, как жестко-то, а? Ты бы хоть оптимизировала бы этот мир. Для меня. Как бить-то, я не понимаю. Вообще, короче, ни хрена не понимаю. Ни хрена не понимаю, потому что вроде как нажимаю две кнопки, оно включает вот эту ультра это. Удар. Что ему от нас нужно? Нажимаю одну, он тоже, короче, включает ультра. Ага. От этого, короче, сходу лучше убегать. Летишь, пассатижи, орешки. Не долетел, недолет. Что-то я так и не видел еще. Ага. Что ему от нас нужно? Нормально. Ага. А как он не долетел? Ха-ха, я вообще не могу. Тебе, наверное, вообще стрёмно это смотреть. Тебе, наверное, вообще как-то стрёмно это все смотреть. Потому что как... А-а-а, ты кто? Это этот, короче, который? Я попробую с ним договориться. Варлон, табу, тачок. Не работают? Странно. Ёпть. Ага. Етишь, пассатишь. Нормально, перезарядочка. А, это этот дробовик большой, да? Ёптыть. Он явно не настроен дружить. Так, нормально, перезаряжайся. Понять-то, сколько у него этот хпшки-то сколько?
А, все, ППшка закончилась. Следи за его сладкими припусками. Нормально. Так, подожди. Погоди. Ага. Ой-ой-ой, бегу прям туда, куда бьют. Так. Нормально. Порой лимба удивляет даже меня. Ух, ё. О, господи, помилуй. Ну вот это слишком жестко. Ну ты понимаешь, что это слишком жестко. Это слишком жестко было. Сохрани меня, пожалуйста. Ты сохранила меня? Я это второй раз не вынесу. Я второй раз не смогу так же. 46 минут идет серия. Мы встретили одного босса и катаемся все время на этих штуках, да? Как же мне некомфортно в этой шубе. Снять ее никак нельзя. Варежки что-то жмут или что-то такое. Почти. Короче, я надеюсь, что он нам дадут его нормальный облик или хотя бы голос. Потому что постоянно вот это вот делать, постоянно его озвучивать, это слишком жестко. Слишком жестко постоянно его озвучивать. Ай, монеточка. Ладно, пофиг. Монеточка так монеточка. Не успела, так не успела. И те же, посмотри, же рыбы эти. Цокающие. Так, давай сейчас до сохранения дойдем. Ух, ё-моё, как слава богу. Так, нормально. Неплохо, неплохо. А, ну все, понятно. Фига себе, ладно, давай мы с тобой на этом на сегодня закончим. В принципе, было неплохо. Вон у нас дальше монеточка, можешь туда пойти. А, в принципе, мы еще и с тобой... Тут можно все посмотреть? Короче, в принципе, мы с тобой еще и босса прошли, это неплохо. Вот, если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям, только нам тоже понравится. А также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые серии видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!